Всем привет! Сегодня хочу с вами поделиться рецептом самого вкусного творожного пирога. Он просто тает во рту. Для этого нам понадобится мука, щепотка соли, сливочное масло, разрыхлитель, сахар, яйца, творог, сметана и любые ягоды. Точные граммовки напишу. Муку я заранее просеяла, добавляем в нее мягкое сливочное масло. И все это тщательно перемешиваем. Затем добавляем разрыхлитель и щепотку соли. В отдельной посуде взбиваю 100 грамм сахара и одно яйцо. После того, как немного сахар растает, добавляем эту смесь в основную и замешиваем мягкое тесто. Оно будет прилипать к рукам, но дополнительно не нужно добавлять муку. После того, как замесили тесто, перекладываем его в пакет и отправляем в морозилку на 30 минут, пока будем готовить начинку. Будем готовить начинку. Берем творог, добавляем туда сметану, яйца, сахар и все это тщательно взбиваем блендером до однородной массы. Будем собирать пирог. Беру противень, беру пергаментную бумагу. Я всегда использую поклан, так как у меня форма без дна. Я отрезаю нужный мне размер и ложу на противень. Советую вам использовать этот пергамент поклан, так как к нему обычно ничего не прилипает, или любой пергамент, на котором написано силиконизированный. Берем кольцо для выпечки, я его ложу на пергамент. И достаю наше тесто с морозильника и начинаю все это тщательно распределять по форме. Если тесто будет липнуть к рукам, можно его немного присыпать мукой. После заливаем нашу начинку и ее распределяем равномерно. Пирог я украшаю замороженными ягодами, у меня это смородина. Вы можете использовать любые ваши любимые ягоды или обойтись без них. Пирог я выпекаю в заранее разогретой духовке при 180 градусах 35-40 минут. Но имейте в виду, вот духовки у всех разные и соответственно нужно будет подобрать градусы и время. После того, как пирог приготовится, желательно, чтобы он постоял час-два, для того, чтобы пирог стабилизировался. Вот такой у нас получился красивый пирог. Он очень вкусный и нежный. Советую вам тоже его приготовить для своих домашних. Им он очень понравится. Было время, когда я этот пирог готовила для своих клиентов на заказ. Им он очень нравился. Попробуйте и вы его приготовить. Это будет ваш самый любимый пирог с творогом.